Анонс и дата выхода 6 сезона сериала «Полицейский с Рублевки». Дата выхода 6 сезона сериала «Полицейский с Рублевки» будет интересна огромному числу зрителей, которым понравились первые 5 сезонов этой комедийной истории. После показа 5 сезона в декабре 2019 года поклонники заинтересовались дальнейшей судьбой проекта. Судя по рейтингам, у сериала есть неплохие шансы на продолжение. А как считаете вы, уважаемые зрители, нужно ли продолжение сериалу «Полицейский с Рублевки» на 6 сезон? Оставьте свой отзыв в комментариях. В случае продления сериала «Полицейский с Рублевки» на 6 сезон, дата выхода продолжения может быть запланирована на конец 2020 года. Подробности о новых сериях и график их выхода будет известен позже. Следите за нашими обновлениями. Напомню, в предыдущем сезоне мы увидели, как Владимир Яковлев, который является главой отдела полиции Барвихи, возвращается из отпуска. Он получает новое назначение, после которого становится во главе созданной на Рублевке Академии российской полиции. Перед ним стоит непростая задача – воспитать и обучить новое поколение полицейских, которые станут новыми стражами закона будущего. Дело это совсем непростое, поэтому помогать ему будут старые друзья – следователь Игорь Мухич, оперативники Алиса, Олег, Саша и Дима. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.